Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструмента. В этом видео посмотрим цену на антистатистическую станцию YAHUA 938D 220 вольт 75 ватт ЖК дисплей в AliExpress. Заходим на сайт «Поиск ручных электроинструментов» по ссылке под этим видео. Нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цена актуальна на 22 февраля 2019 года. Стоимость $96.30 и доставка в Россию платная $31.21, но нужно активировать 220 вольт, и тогда общая стоимость для россиян будет $127.51. Ну, это с учетом доставки. Сейчас мы посмотрим стоимость доставки в другие регионы. Итак, у нас идут белорусы, $63, нормально, нехило, но может станция кому-то действительно такая будет нужна. Казахстан $57.32 и Украина $42.54. Ну вот, вот такая она антистатистическая, не как там, да? Антистатистическая станция. Видите, как она выглядит? Ну вот, кому это интересно. Вы были на канале «Поиск ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструментов.